Доброе утро. 29 марта, 7 утра. Идем на станцию метро. Всегда. Чтобы ехать на Авион. Поедем в Starbucks. Сегодня завтрак в Starbucks у нас. Но это не просто Starbucks, это японский Starbucks. Сач. Если бы я бегал бы там. Регион съеден туристами. Там потерян дух. Поэтому то, что вы видите в интернете, все чуть-чуть преувеличено. Лучше ищите потайные точки. Ну, на Регион сходите, но чисто позырьте. Много от него не ожидайте. И Starbucks, который на Регионе прикольный, но тоже... Короче, нам не понравилось. Поэтому мы идем... в центр Киото, где настоящие японцы типа закупаются и так далее, походим по магазинам. Мы только что потратили 1000 йен на игровые автоматы. Ну, то есть не игровые автоматы, а... 1000? Да, зал развлечений. Играли на гитаре, танцевали, на машинках гоняли. Но и стреляли. Но там нельзя снимать. Саш, только на телефон там чуть-чуть. Ну, прикольный, классный экспириенс. Вот это по-настоящему. Сейчас 2 часа дня. Мы уже опять на нашем районе. Ничего не снимали. После Региона, после игровых автоматов, мы ходили чуть-чуть по магазинам, купили еды и уже идем домой расслабляться. И собирать чемодан. Так что увидимся завтра. Уже в Токио. Ну или попрощаемся с Киото. Пока. Еще мини-поездочка. От Токио 1 час езды. Вчера ночью придумал, нашел. Так что еще не конец. Еще не конец. Подъезжаем к Токио. Сакура расцвела, и в Токио стало очень бизи. Очень много людей, локеры все были заняты, очень много людей, надо быстро ехать дальше. Приехали в Усику, сейчас идем на автобус, чтобы доехать до места, которое нам нужно. И мы сейчас прочитали в Википедии, это очень крутое место, даже для всего мира. Это место... Там находится кое-что самое лучшее, не самое лучшее, самое в мире. Мы приехали, и это жесть, как круто. GoPro отдаляет. Очень отдаляет, но вот. Это огромная статуя Будды. Пойдемте дальше. Это статуя Будды, вся из бронзы. И высотой 100 метров сам Будда. И с лотосом пьедесталом 20 метров, 120 метров высотой, весь из бронзы. Это самая высокая бронзовая статуя в мире. И третья высокая статуя в мире. То бишь, ну вообще, есть из камня, из других материалов. Третья, самая высокая в мире. И это самая высокая статуя из бронзы в мире. Вы представляете, куда мы пришли? Это, конечно, завораживающе. Вот здесь вот энергия так и прет, мне кажется, да, не? Очень да. Много энергии. 120 метров.
Нам только что подходили сначала бабушка японская, спросила, откуда мы, подарила нам оригами журавлика. И потом дедушка, типа, расспрашивал и так свинжу. Это, конечно, уникальное место. Тут нечего сказать, просто очень здорово. И мы едем обратно в Токио. Посмотрите еще раз. Мы в Токио, уже темно. Последние минуты на Акихабаре. Вон Акихабара. И все, мы идем быстрее на токийскую станцию. Мы уже опаздываем. И надо ехать в гостиницу. Вот. Мы не хотим уезжать. Пипец, как не хочется уезжать. Особенно здесь, когда ты видишь такую движуху, сакура растет. Все так здорово. Все добрые. Да, и хочется здесь жить. Но, увы. Нам надо ехать, надо двигаться дальше, надо жить. Ну вот я уже красный, сижу на кроватке. А это значит, мы уже в гостинице. И все, помылись, собрались и готовы уже идти спать. Завтра рано вставать в 6 утра, как всегда, в 6 утра встаем, чтобы отправиться в аэропорт. Мы рядом с аэропортом, 10 минут на шаттлбасе, но у нас вылет рано-рано утром. Устали. Стали. Какая музыка, а? Приехали сюда в аэропорт и ну, в гостиницу, и как будто в Нью-Йорк летим. Музыка такая, и гостиница в стиле такая, знаете. Ладно, это все болтовня. Спокойной ночи. Доброе утро, 31 марта, 6 утра, и мы уже на чемоданах, чтобы идти в аэропорт, и все, и лететь в Хельсинки и Айсландо, 13 часов самолета. Спасибо, что смотрели, оставайтесь с нами и любите друг друга, любите ближних, дальних, всех любите, главное в мире это любовь, и до скорых встреч, пока. Yep.